Поэтому рецепт у горбуша всегда получается довольно сочный, сытный и вкусный. Готовить такое блюдо просто, а подать его можно смело даже на праздничный стол. Обязательно попробуйте его сделать. Для приготовления такого блюда можно сразу же приобрести стейки горбуши или купить целую рыбу, затем ее очистить, удалить внутренности, вымыть и нарезать на куски. Молоко можно взять с любым процентом жирности. Подавать готовое блюдо лучше всего в горячем виде, но и в холодном горбуша довольно вкусная. Досматриваем ролик до конца и записываем ингредиенты. Подготовьте ингредиенты. Форму смажьте растительным маслом, выложите кусочки горбуши, посолите ее и поперчите по вкусу. В миске взбейте яйца с молоком. Залейте рыбу яичной массой, посолите ее. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Отправьте форму в разогретую до 190 градусов духовку на 40 минут. Горбуша в омлете в духовке готова. Приятного аппетита! Ставим лайк и подписываемся. Обещанный список ингредиентов. Горбуша 300 грамм, соль, по вкусу, перец черный молотый, по вкусу, яйцо куриное, 2 штуки, масло растительное, половина чайных ложки, молоко, 80 мл, количество порций, 3. Не пропустите самое вкусное, подпишитесь, выразите свое мнение в комментариях. Попробуйте и приходите рассказать о впечатлениях. Пока-пока!